Уведомление пришло. Всем привет, как качество? Вчера что-то качество страдало очень сильно. Мой коммент. Качество в порядке? IQ доминатор? Вова, господи. Что? Привет! IQ доминатор. Генератор просто идей, да, названий. Не покладая ног и рук. Не, это Лина. Чё? Сейчас он узнает. Угу. Как вам венок? Зацените венок. Мы собираемся в этом венке поснимать. Лине привет, Серж Углов. Модели одна жгут, другой краша. Да, будет naked и венок. А туфли никакие не подошли, да прям? Даже рядом? Будут. Ну попробуй, кстати, ничего. Они, конечно, с венком не катят, но... Качество плохое. Блин, ну, короче... Что там? Ну, большие, не маленькие. Хрустит, тапки хрустят. Че, пойдем в зал? Ну, naked, ну, снимешь там. Перед кем? Перед перископом? Жарище начинается. Ух. Тут качество, кстати, совсем, наверное, будет фигово, потому что интернет не дотянется. Такая лубашка. Класс. 280. О! Нравится. Да, венок. Слушайте, очень идет венок этот. Круто. 350 человек. Принтскриньте, ребят. Спешила. Какая не инста? Лина Мелтон. Лина Мелтон. Через нижнее подчеркивание, да? Лина, нижнее подчеркивание, Мелтон. Да. Подожди, что ты сейчас только что сделала? Ты грудь показала? Не. А, ты локсами закрыла, да? Ой, так. Я что? Пропустил. Венок из снапчата. Прикольно, точно. Похож. Прикол. Но покажет, блин, если она покажет, а потом фотки будет неинтересно смотреть. Лина изображает снапчат. Ладно, пойдем в темноте. Если будет качество фиговое, скажите сразу. Нет, она не из Киева. Ну, залезай туда. Так. У нас сегодня простая схема. Один вверху, другой внизу и два по бокам сзади. Так, чел, короче, нарвался. Пятьсот человек онлайн. Давай сейчас пару раз кнопку нажмем, что-нибудь. О, класс. Слушай, да, в туфлях, конечно, меняется картина совершенно. Ну да. Для чего снимаем? Для журнала Мурзилка. Так, еще один на блок нарывается человек. Да open, что-то open pussy там и так далее. Начинается всякая херня. Блин, ну классный. Так, а как мне в полный рост-то? Подожди, я пару шагов вперед сделай, пожалуйста. Ну, в твое вперед. Да, отлично.
Так, резкость. Кто тупая-то, блин? Еще один нарывается. Сам-то понял бы, куда вперед. Окей. Короче, надо поработать, мы еще вернемся. У нас сегодня по плану еще водная съемка. Вот, и немножко трусики вниз. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну что ты скромничаешь, что там еще, блин, километр. Ладно, мы, короче, все вернемся. Обещаю.